Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Эдуарда Эндура. Сегодня у нас зимний прохват по лесу. Снежный эндура. Эндура кайф. Дует холодный ветер. Нам весело. Кайфуем и едем. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк и приятного просмотра. Хорошо, когда все лужи замерзли, можно ездить по болотистым местам, где летом особо даже и не проехать было. А сейчас открываются другие маршруты, интересные виды. Правда, есть снежные заносы. Вообще заезжаешь только в ненакатанную часть и сразу же жим-жим включает. Куда ты везешь меня, хозяин? Оп, оп. Хочется погонять по льду. Поехали. Лед. Лед опасная штука. Вообще вот это называется вот в этот момент кайф. Вот он, когда ты едешь, ты контролируешь то, что происходит с тобой. Казалось бы, в неконтролируемой ситуации. Снег, лед, колея, скорость, ветер. И вот от этого получаешь удовольствие. Когда ты можешь вот это почувствовать. Вау, вау. Удовольствие. Это удовольствие. Но не надо расслабляться. Это просто так. Оп. Ну что, мои дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А нас еще ждет, конечно же, гонялово по озеру. Как же мы без этого?